Всем приветики. Пришла ко мне посылочка из Китая. Это я заказывал такие вот колпачки для... Ну, это везут для автомобиля, но я заказывал для велосипеда, как бы. То есть только какая-то штука написана, но это не важно. Вот. И получается здесь 4 колпачка такие вот. Он, получается, накручивается вот так вот на велосипед. Я хотел взять серебряные. Но не взял, надо было. Просто я подумал, что серебряное будет сильно выделяться, их кто-нибудь у меня скрутит. Но сейчас я так подумал, что вряд ли кто-то будет скручивать, типа, ну я же не оставляю велик где-то так, в каком-то углу, где никто не видит. Я обычно оставляю велик где-то, где, ну, люди ходят, все такое. Не будет же кто-то прям сидеть с чужого велика, когда вокруг ходят люди, скручивать колпачки. Поэтому надо было взять. Было серебряное, я не взял. А так это вот такой железный колпачок получается, вот он железный, внутри он видно такое железо, и там резинка, то есть даже если у вас сам штекер, на который закручивается колпачок, немножко травит, то благодаря этой резинке и железу оно не будет травить, потому что он будет поджимать, как бы, и не давать воздуху выходить, то есть даже если там немножко травит, то этот колпачок решит как бы эту проблему. Правда, там немножко резиночки неровные, надо их поправить, будет, но... Ну, в целом, если их выровнять отверточкой, то, в принципе, должно быть нормально. Выровнять их легко. Это вот получается, мы просто туда отверточку вставляем и поджимаем до конца. Единственное, что мне кажется, они стоят в самом глубине, как бы. То есть, у меня не такая длинная резьба. То есть, она, мне кажется, до сюда дойдет, а колпачок где-то, резинка где-то здесь. Колпачки, и оно просто не достанет, мне так кажется почему-то. Но я попробую, посмотрю, как это все будет работать. Ну а сейчас осталось на велосипед одеть, посмотреть, как оно будет. Ну вот оно, колесо моего велосипеда. И здесь мы скручиваем колпачок. Этот, он примерно по размеру, сейчас посмотрим, такой, не такой. Скручиваем колпачок, снимаем и проверяем по размеру. Ну да, этот побольше будет, но этот пластмассовый и без резинки. Вон он, без резинки. Этот железный и с резинкой. По резьбе должно быть одинаково. Но черный будет, конечно же, незаметно смотреться, такой же, как и продолжение. Как продолжение такое черное там, черное здесь. Но серебряный бы смотрелся красиво такой. Был бы. Ну все, крепко зажимается и нормально. Вот оно держится и уже точно не соскочит. А я думаю, оно не прижимается, потому что оригинальный стоял как-то вот так примерно. То есть оригинальный был поменьше. А резинка где-то вот в самом конце. Хотя, мне кажется, не достает по-любому резьба. Но в любом случае, даже если она немножко травит, то... Если оно сейчас вот прижалось к самому вот этому, а эта штука резиновая, то оно уже вот здесь вот прижалось, и даже если там подтравливает, воздуху придется пройти через всю резьбу, и здесь он, а здесь железяк упирается, железный колпачок упирается в резинку, и она здесь не даст выйти воздуху. Так что, да, в принципе, оно не должно травить, но просто если есть какое-то подтравливание, то я думаю, он будет придерживать. Там резинка плюс резьба железная, плюс здесь оно уже упирается хорошенько так. Так что, в принципе, нормально. Да и смотрится так неплохо. Такой черный. Но серебристый был бы круче. Прям такой серебряный. А на так оно все одноцветное. Даже незаметно, что там нестандартный. Кажется, стандартный. И только вблизи видно, что нестандартный. Но смотрится лучше, чем обычный. Вот обычный. Лучше. Вот если их сравнить, то, конечно же, видно, что этот получше будет. Ну, где-то вот в конце там резинка, мне кажется, она даже не достает. Вот. Так что поставил я на велик себе уже новый колпачок. Там получается переднее колесо и заднее. На заднее уже поставлю на переднее такой же. А остальные два, не знаю, брату отдам. У него тоже велик. Если ему надо, то отдам. А нет, так у себя запасные будут. Вот. Ну, так эти, конечно же, мне кажется, получше. Прикольнее, ну как бы и более такие надежные, железные. Эти вот гнутся, там может такое вот поломаться, а это уже точно не поломается. Да и вообще лучше, он как-то ибо покрасивше такой весь прямо.
Вот это как-то автомобильная новость, велосипедная, они одинаковые, как бы вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.